Здравствуйте! Мы предлагаем вашему вниманию новый видеокурс. Видеокурс по немецкому языку. Мы планируем этот видеокурс из двух частей. То, что по-немецки называется Grundstufe и Oberstufe. Начнем мы, понятно, с основного курса, с базового курса. Перед тем, как мы начнем с вами работать, я в нескольких словах поясню цели этого видеокурса и принципы работы с ним и его структуру. Итак, данный видеокурс ориентирован прежде всего на взрослых, которые знакомы с основами немецкого языка хотя бы в рамках программы простой средней общеобразовательной школы. И вот этот видеокурс по немецкому языку, он призван помочь вам усовершенствовать свои знания по немецкому языку. Естественно, что, как и любой видеокурс, основная цель, которая преследуется в ходе занятий с использованием этой программы, состоит в том, чтобы восстановить либо привить навыки прежде всего устной речи и навыки восприятия немецкой оригинальной речи на слух. Вот, собственно, две цели, которые преследует наш видеокурс. Это развитие навыков восприятия на слух и развитие навыков устной речи. При этом все ситуации, которые мы с вами будем обсуждать, ориентированы на бытовое речевое поведение, так как это характерно для немецкоязычной среды. Как мы решили построить подачу материала, как мы решили построить видеокурс? Всего вот на первой ступени вам предлагается 10 уроков. Каждый урок состоит из двух сюжетов. В основе сюжета лежит диалог, такой мини-диалог, который воспроизводит вот ту или иную бытовую картинку, бытовую реалию из немецкой жизни. А дальше мы с вами будем работать над этим диалогом. Каждый диалог будут сопровождать слайды. И вот ваша задача будет состоять в том, чтобы одновременно просматривая серию слайдов и прослушав сам диалог, попытаться запомнить, вот как звучит то или иное высказывание, которое связано, в свою очередь, с той или иной конкретной ситуацией общения. Это первый этап работы с диалогом. Затем мы с вами вместе прочитаем диалог, и я по мере необходимости буду давать комментарии, связанные со словарным составом диалога и с грамматическими явлениями, которые здесь встречаются и которые нужны будут для активного усвоения либо активного вспоминания. И, наконец, третий этап работы с диалогом. Я снова продемонстрирую вам серию слайдов, таких опорных слайдов картинок, в которых, по сути дела, зашифрованы те или иные высказывания. И ваша задача будет состоять в том, чтобы максимально близко к исходному тексту попытаться восстановить содержание тех или иных реплик персонажей, которые будут изображены на слайдах, то есть вот участников диалога. Вот такова вкратце схема работы над материалом немецкого языка на протяжении всего видеокурса.
курс. Приступим к первому уроку. Напомню, мы назвали наш видеокурс «Картинки из немецкой жизни». Итак, урок первый. Тема первого урока звучит так: «Знакомство на вокзале». Напомню еще раз. Первый этап работы с видеокурсом состоит в том, что я демонстрирую вам серию слайдов, и одновременно к этой серии слайдов вы слышите сам диалог. Причем каждому слайду будет соответствовать какая-то определенная реплика. И обратите внимание на то, что на каждом слайде в правом верхнем углу будет дана в рамочке некая символическая, зашифрованная языковая ситуация, которая потом и должна помочь вам восстановить реплику того или иного персонажа, который будет изображен на слайде. Итак, мы приступаем к первой части работы над диалогом. Guten Tag, gestatten Sie? Bitte, das ist sehr nett. Der Koffer ist aber schwer. Wo ist ein Taxi? Dort. Hallo, Taxi. Wo wohnen Sie? Ich wohne Friedrichstraße 1. Ach, ich wohne in der Nähe, Reinhardtstraße 7. Gestatten Sie? Ja, bitte, gern. Bitte Friedrichstraße. Ich heiße Peter Schalz. Angenehm. Ich heiße Monika Weber. Sehen Sie, das Haus ist neu. Was ist das? Das ist eine Botschaft. Hier ist die Friedrichstraße. Ich wohne Nummer 1. Bitte der Koffer und die Tasche. Moment bitte, ich helfe. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Scholz. Auf Wiedersehen, Fräulein Weber. Hier ist noch ein Regenschirm. Итак, напомню, мы с вами просмотрели серию слайдов и прослушали сам диалог. Второй этап работы с речевым материалом немецкого языка в нашем курсе заключается в том, что я сориентирую вас в сложностях, возможных сложностях, которые вам встречаются на уровне словарного состава этого диалога, а также некоторых грамматических моментов. Ну вот, давайте с вами посмотрим. Итак, здесь в этом диалоге, во-первых, проходят такие устойчивые вопросительные структуры, как «was ist das?», то есть вопросительное слово «was». И, соответственно, структуры простого нераспространенного повествовательного предложения, например, «das ist». Цвета. Здесь в диалоге было несколько прилагательных, которые обозначали цвета. Например, blau, rot, gelb, schwarz, braun, grün.
Вот я хотел бы, чтобы вы вспомнили название цветов в немецком языке. Итак, еще раз. Blau, rot, gelb, schwarz, braun, grün. Название, наименование предметов. Давайте вспомним. Der Koffer, die Tasche. Указательные местоимения встречаются в этом диалоге, такие как hier и dort. А также числительные первого десятка. Напомню, числительные этого первого десятка. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Какие существительные, какие имена существительные будут актуальны для словарного состава этого урока? Die Bekanntschaft, die Person, der Chauffeur, der Taxichauffeur, der Bahnhof, der Tag и выражение Guten Tag, а также выражение Gestatten Sie. Das Haus, die Botschaft, die Nummer, der Moment, der Herr, das Fräulein, der Regen, der Schirm, der Regenschirm. Выражение, формула прощания Auf Wiedersehen. Вот это были те имена существительные, на которые нужно обратить внимание. Также серия глаголов, которые встречаются в этом диалоге этого сюжета. Такие как wohnen, heißen, helfen, danken. Ну и некоторые прилагательные и наречия. Bitte, sehr, nett, schwer, aber, gern, neu. Вот, пожалуй, это тот словарный запас, который вам необходимо будет вспомнить, освежить. И хочу обратить ваше внимание, если не все слова показались вам знакомыми, то, безусловно, как при работе с любым видеокурсом и с нашим тоже, необходимо будет обратиться к словарю. Что касается грамматического комментария, то я хочу обратить ваше внимание на следующее. Ну, во-первых, в этом первом диалоге проходят простые повествовательные предложения. Вот по тем схемам, как я сейчас их представлю. Ich heiße Peter, ich wohne hier, das Taxi ist dort, die Tasche ist schwarz. Вопросительные предложения с вопросительным словом. Например, was ist das? И ответ das ist eine Botschaft. Или же wo ist das Taxi? И ответ звучит das Taxi ist dort. Обратите внимание на изменение глагола по лицам, то есть спряжение глагола в настоящем времени. Ich helfe, вежливая форма Sie helfen и форма повелительного наклонения helfen Sie. В этом же сюжете мы с вами сталкиваемся и с артиклями при именах существительных. Напомню, что в немецком языке представлен определенный артикль, который характеризует род существительного, мужской der, например, der Herr, der Koffer, средний das, das Fräulein, das Haus и женского рода die Tasche, die Botschaft. Это, напомню, был определенный артикль, а также представлен и неопределенный артикль для мужского рода ein,
ein Herr, ein Koffer. Для среднего ein, ein Fräulein, ein Haus. И для женского eine, eine Tasche, eine Botschaft. Вот, пожалуй, это тот основной комментарий, который я хотел бы довести до вас. Вот именно те слова, тот словарный запас и те грамматические конструкции, которые актуальны будут при работе над диалогом первого сюжета. Второй этап работы с диалогами, с речевым материалом в нашем видеокурсе – это этап проработки, этап подробной проработки диалога. Итак, сейчас мы вместе с вами прочитаем диалог. Действующие лица, персонажи, которые пройдут вместе с нами по всем сюжетам этого видеокурса, это Петер Шольц и Моника Вебер. Ну и сопутствующие персонажи, вот как в первом сюжете, это был ein Taxi-шофер. Итак, давайте вместе прочитаем диалог. Guten Tag, gestatten Sie? Bitte, das ist sehr nett. Der Koffer ist aber schwer. Wo ist ein Taxi? Dort, hallo Taxi. Wo wohnen Sie? Ich wohne Friedrichstraße 1. Ach, ich wohne in der Nähe, Reinhardtstraße 7. Gestatten Sie? Ja, bitte, gern. Bitte Friedrichstraße. Ich heiße Peter Scholz. Angenehm, ich heiße Monika Weber. Sehen Sie, das Haus ist neu. Was ist das? Das ist eine Botschaft. Hier ist die Friedrichstraße. Ich wohne Nummer 1. Bitte der Koffer und die Tasche. Moment bitte, ich helfe. Danke. Auf Wiedersehen, Herr Scholz. Auf Wiedersehen, Fräulein Weber. Hier ist noch ein Regenschirm. Итак, мы с вами еще раз вместе прочитали диалог. И третий этап работы над диалогом этого сюжета, как я уже говорил, будет заключаться в том, что теперь с 10-секундным перерывом я буду предъявлять вам последовательно слайды, но уже без озвучания, и вы должны попытаться максимально близко к исходному тексту восстановить содержание тех или иных реплик. Еще раз напоминаю, что вот в верхнем углу каждого слайда в отдельной рамке знаковым способом зашифровано содержание той или иной реплики. Вот такая вот визуальная зрительная поддержка. И именно вот содержание этих квадратиков вы и можете использовать для того, чтобы вспомнить содержание диалога и, соответственно, максимально близко к тексту, напомню, восстановить реплику того или иного персонажа. Итак, давайте с вами попробуем выполнить это задание.
Я надеюсь, что вы без труда справились с этим несложным заданием. Итак, принцип работы над речевым материалом немецкого языка, я думаю, вам стал понятен. И мы можем, соответственно, переходить к второму сюжету нашего первого урока, который мы назвали «Случайная встреча». Работа будет проходить по тому же самому принципу, по той же самой схеме. Итак, мы сначала с вами просмотрим серию слайдов, и вы услышите сопровождающий эти слайды диалог. Hallo, Herr Scholz. Ah, guten Tag, Herr Dr. Seidel. Sie sind in Berlin? Ja, hier ist eine Konferenz. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Wohnen Sie noch in Dresden? Ja, ich wohne noch dort. Und Sie? Wohnen Sie jetzt in Berlin? Ja, ich wohne jetzt hier. Sind Sie Student? Ja, ich bin Sportstudent. Das ist ja schön. Studiert eigentlich Inge Hoffmann in Dresden? Nein, Frau Hoffmann studiert nicht in Dresden. Sie studiert in Leipzig. Und Hans Wendt, ist er Lehrer? Ja, Herr Wendt ist Lehrer. Arbeitet er in Dresden? Nein, er arbeitet nicht in Dresden. Er arbeitet in Rostock. Oh, schon 9 Uhr. Herr Scholz, ist das Hotel Johannishof weit? Nein, es ist nicht weit. Es ist in der Nähe. Kommen Sie, Herr Dr. Seidel. Итак, на какие слова, словосочетания и на какие грамматические моменты я хочу обратить ваше внимание для дальнейшей работы с языковым материалом этого сюжета. Итак, имена существительные. Как вы уже поняли, в диалоге речь идет о той или иной профессии. Вот давайте вспомним основные названия профессий, такие как der Arzt, der Diplomat, der Ingenieur, der Architekt, der Agronom, der Journalist, der Lehrer, der Arbeiter, der Bauer. Обратите, пожалуйста, внимание на такие существительные, как die Konferenz, der Student, der Sport, сложное существительное der Sportstudent, а также слова die Uhr, das Hotel. Глаголы, которые вам пригодятся для работы по этому диалогу. Studieren, arbeiten, kommen. В этом же сюжете проходят отрицания nein и nicht. Вот это, пожалуй, те основные лексические единицы, на которые я хочу обратить ваше внимание. Что касается грамматики, то вот здесь необходимо учесть структуры следующего типа. Опять-таки напомню, отрицания впервые встретились нам в этом сюжете. Отрицания nein и nicht.
Итак, какие основные синтаксические структуры, то есть структуры построения предложения, нужно будет вспомнить. Итак, Peter ist Student, er studiert in Berlin. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Studiert er in Berlin? И вот ответ. Er studiert nicht in Berlin. Das Hotel ist neu. Ist das Hotel neu? Das Hotel ist nicht neu. Вот, обратите, пожалуйста, внимание вот на эти структуры простых повествовательных и вопросительных предложений без вопросительного слова, а также на структуры предложений с отрицанием nicht и на порядок слов в предложениях, где присутствует отрицание nicht. Несколько слов, небольшой комментарий по поводу глагола третье лицо единственного числа, настоящее время. Местоимения, которые сопровождают глагольные формы, это er, sie и es. Обратите внимание на суффикс t. Например, er studiert, er arbeitet. Итак, мы с вами уже вспомнили три формы. Это первое лицо, ich studiere, ich arbeite. Третье лицо, er, sie, es studiert, er, sie, es arbeitet. И, наконец, мы с вами уже вспомнили вежливую форму sie studieren, либо sie arbeiten. Напомню также и о нерегулярных глаголах, которые выбиваются из общей схемы изменения. Это вот такой, например, глагол, как глагол sein. Его формы ich bin, er, sie, es ist и вежливая форма sie sind. Ну и поскольку мы с вами вспоминаем глагольные формы, и при этом присутствует местоимение, то вот местоимение ich особого труда, очевидно, в употреблении не вызовет, а местоимение третьего лица, напомню, различаются по признаку рода. Итак, мужской род, личное местоимение er, средний род es и женский род sie. Ну и напомню, что эти местоимения, они заменяют соответствующие существительные. Er заменяет существительные мужского рода. Der Herr, der Bahnhof. Es существительный среднего рода. Das Kind, das Hotel. И, наконец, sie, местоимения, заменяющие существительные женского рода. Die Frau, die Tasche. После этого комментария мы с вами можем вновь поработать над диалогом. Здесь, в этом диалоге, как вы уже поняли, наши старые знакомые. Итак, это Петер Шольц и еще один новый персонаж, доктор Зайдл. Hallo, Herr Scholz. Ah, guten Tag, Herr Dr. Seidel. Sie sind in Berlin? Ja, hier ist eine Konferenz. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Wohnen Sie noch in Dresden? Ja, ich wohne noch dort. Und Sie? Wohnen Sie jetzt in Berlin? Ja, ich wohne jetzt hier. Sind Sie Student? Ja, ich bin Sportstudent. Das ist ja schön. Studiert eigentlich Inge Hoffmann in Dresden? Nein, Frau Hoffmann studiert nicht in Dresden. Sie studiert in Leipzig. Und Hans Wendt, ist er Lehrer? Ja, Herr Wendt ist Lehrer. Ah,
Arbeitet er in Dresden? Nein, er arbeitet nicht in Dresden. Er arbeitet in Rostock. Oh, schon 9 Uhr. Herr Scholz, ist das Hotel Johannishof weit? Nein, es ist nicht weit. Es ist in der Nähe. Kommen Sie, Herr Dr. Seidel. Вот так звучит этот диалог. Диалог второго сюжета. И, наконец, третий этап работы над диалогом сюжета. Напомню, это просмотр серии слайдов уже без сопровождения со стороны диктора. И ваша задача состоит в том, чтобы, опираясь на тот материал, который вы услышали, и на те подсказки, те символические подсказки, которые закодированы в рамочках в верхнем углу каждого слайда, попытаться максимально корректно воспроизвести реплики персонажей, которых вы видите на слайд.
Итак, первый урок нашего видеокурса подошел к концу. В конце урока я хочу предложить вам серию контрольных вопросов, на которые нужно будет, соответственно, отреагировать на немецком языке. Итак, задание, итоговое задание контрольного плана по содержанию диалогов, вот тех сюжетов, которые мы с вами просмотрели и проработали. Итак, звучит следующим образом. Задание «Antworten Sie». Wer ist Sportstudent? Wohnt Dr. Seidel in Berlin? Wo arbeitet Hans Wendt? Wo ist die Konferenz? Wo ist das Taxi? Wo studiert Frau Hoffmann? Итак, наш первый урок видеокурса по немецкому языку подошел к концу. На этом мне остается попрощаться с вами до следующего раза. В следующий раз, как обычно, мы с вами просмотрим два сюжета и проработаем их вот по той схеме, которая была предложена. На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи.